Магазин VIPTIME.RU представляет мужские наручные часы Восток Европа Луноход 2 на базе японского механизма кварцевого. Часы предлагаются в такой коробочке. Она водозащитная и противоударная. В комплекте идет силиконовый ремешок, который установлен на часы, а также ремешок из натуральной кожи с оранжевой строчкой. Также есть отвертка для того, чтобы вы самостоятельно могли без труда заменить этот ремень. Вот отверточка. Гарантийный талон. Так, карточки с инструкцией. Гелевый декомпрессионный клапан. Тритиевые колбы. Так, чек, который подтверждает, что часы прошли тест на водозащиту в 30 атмосфер. Руководство пользователям этим механизмом. То есть они достаточно функциональные. В них присутствует вечный календарь, будильник, хронограф. Давайте посмотрим часы поближе. Получается, безель вращается у нас против часовой стрелки. Колбы в часовых метках с тритием расположены вертикально. За счет того, что они вертикально установлены в металлические такие врезки, обеспечивается более яркое свечение, так как в этих врезках отражается свет от колб с тритием. Так, вверху у нас индикатор дня недели. Так, сейчас у нас получается вот эта стрелка показывает дату. Сегодня у нас 10 число. Нажимаем ее. Так. У нас сейчас будет включен режим хронографа. Вот, то есть сейчас, если мы нажимаем верхнюю кнопку, пошел секундомер. Внизу он на 24 часа, а это отсчет секунд. Также верхней кнопкой остановили. Ой. Теперь сбрасываем в исходное положение. Вот расположена стрелка, она показывает, что сейчас режим работы хронограф. Так, обратно вернули в режим времени. То есть сейчас опять показывается тут дата. Нажимаем верхнюю кнопку. Так, это у нас месяц 01, вот шкала до 12. Это индикатор високосный-невисокосный год. То есть часы автоматически определяют, сколько дней в феврале. И вообще в каждой дате. Вечный календарь рассчитан до 2100 года. И обратно вернулись в режим даты. Также внизу вы можете выставить второй часовой пояс и будильник. Часы достаточно массивные. В то же время корпус сделан так, что они хорошо садятся практически на любую руку. На задней крышке нанесен серийный номер часов. А, нет, он сбоку у нас. Вот он. Это гелевый декомпрессионный клапан. Для заказа данных часов заходите на наш сайт viptime.ru. Спасибо за внимание.